Утренним курьером буквально на дилижансе прибыл посыльный, нарочный, или как из города Казань, привез вот такую прелесть монетку, называется «Древние города России», город Клин, Бубщин на московском монетном заводе ММД. Вот, так, вот такая замечательная монета прибыла. Ну, чтобы не разворачивать их туда-сюда, я две одинаковые поставил рядом, просто разными сторонами, аверс, реверс. Ну и стандартное описание монеты, чего-то там расписывать не хотелось бы. Просто вот то, что на красивой стороне расположены рельефные изображения панорамы города Клина, сверху изображение герба города Клина, на кольце по окружности надписи «Древние города России», внизу «Клин». Вот, такой, вот такая прелесть вышла тиражом 5 миллионов штук, как я уже сказал, 5 сентября. И вот сегодня, уже 21-го, она в Татарстане и даже в городе Нижнекамске добралась. Спасибо, что курьер где-то там в дороге опять не пропал. По своей старинной традиции доставил все вовремя, быстро, качественно. Ну, чего-то более расписывать. Ну, Клин, что это такое? Город такой вот областного подчинения в Московской области, административный центр городского округа Клин, населенный пункт воинской доблести. Расположен на берегу реки Сестры, 67 километров от МКАД по Ленинградскому шоссе. Ну, город и город. Вообще, первое упоминание относится к 1317 году. В Никоновской летописи говорится, лето 6825, раньше тогда цифры другие были, той же зимы князь Великий Юрий Данилович Московский с Кавдагыем, Дыем и с многими татары и князи суздальскими, и со многими князи, и со многими силами по Иде с Костромы к Ростову, а от Ростова по Иде к Переславлю, и от Переславля по Иде к Дмитрову, а из Дмитрова к Клину. Вот оно упоминание. Щелк, и пошло. Вот в этот период земли часто переходили от одного владельца к другому, и к середине 13 века Клин вошел в состав Тверского княжества, ставший форпостом Твери в противоборстве с Москвой. Он был сильно укреплен валом, рвом, новыми крепостными стенами. Во время татаро-монгольских нашествий Клин, как и многие другие города, не раз разорялся. Крепость была разорена в начале 1409 года во время набега татарского Мурзы Едыгея. Не надо думать, что Клин это вот разорялся строго татарами. Татары не с таким же удовольствием и Москва его разоряла, и сжигала дотла, и Тверь тоже с таким же огромным удовольствием. Так что вот пока в 1482 году московский князь Иван Васильевич III не присоединил Клин к своему княжеству. Вот так вот. Ну, после этого более-менее порядок случился, так скажем. Вот такая вот монетка вышла. Это здорово, это прекрасно. Ну, какие-то бы пару анекдотов, что ли, вспомнить на тему города Клин. Вот, кстати, в Клину разыскивается тракторист Василий, совершивший серию половых актов, приведших к демографическому взрыву в городе Клин. Такой у нас на сегодня. Вообще, клин клином, а острый тупизм тупой остротой. Вот, ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Новинка пошла по стране. Встречайте. Спасибо за внимание. До свидания.